Закарпатская Украина. В живописном месте в селении Ясня расположена туристская база ВЦСПС. В предгорье Карпат уже чувствуется весна, а в горах еще прочно держится снежный покров. Туристы, приехавшие сюда из разных городов страны, совершают увлекательные походы. Иногда здесь бывают и такие встречи. Короткий привал у домика Гуцулов. Гостеприимная хозяйка угощает лыжников молоком. Обратная дорога полегче, она идет вниз. Но не для всех она оказалась легкой. В туристских походах проводят свой отпуск сотни тысяч трудящихся наших. Поднимаются первые участники, самые целеустремленные. Пешком специально ради разминки, наверное. Конечно. А я думаю, что без подъемника. Осталось только присесть два раза. Ясно. Здесь старт будет, да? Ну не знаю, выше кажется. Но перекус. Как правильно называется это мероприятие? Сейчас. Спидкинг. Как? Спидкинг. Спидкинг. Рекорд какой последний? В том году 129 был. А вообще по миру? Ну что-то я смотрел это, в этом году 249. А вас как звать? Я Игорь. А вы откуда? С Новосибирска. В прошлый год какое место было? В том году 9-е. Что было по скорости? 110. Это серьезно. Ну, лыжи другие были. Сейчас лыжи поинтереснее. Потерял, а другую сломал. Как белый человек лёг. Участники уже здесь давно. О, Василий, привет. Здорово, Лёх. Юля, ну где там что, сложи мои вещи. Я пробку быстренько эту делаю, пробку заезд. Пару раз приеду. Стартует, Ивана Открывающий. Скажи, время будет засекать? Просто след намечать. Он будет след намечать. Финиш готов? Просто след проложить. Он хочет просто проехать. Уба, бляха, уба. И хера себе. Нормально все. Надо же.
все крепления отстегнулись на ровном месте вообще. Там, а короче. Там неровно, да, зарастает? Там неровно. Ну как, оно просто уже рельеф начинает подкидывать прямо на... То есть или надо немножко сбрасывать, то есть не гнать прямо с самого верха. Ага. Я-то сразу загнул. То есть вот прямо перед самым отсечкой, то есть метров за... 15, прямо вот такой дужим, такой бугор. Волна прямо подкидывает. То есть вот прямо на середину красных цельтий, то есть так вот дугой, да? И там главное в этот попасть, в эти в желтые флаги. То есть когда крутяк начинается, осаживает на жопу. И бугорок когда-то, лыжи прямо вверх задираются. Могут задраться. Поэтому не ссыте, давите на носки. Ну, это уже в конце, когда ты начал немножко поворачивать, да? Ничего не начал поворачивать. Не, там начал притормаживать. Нет, он просто раскрылся. Я просто раскрылся. А, ты просто раскрылся. Там тормозить нельзя, надо сначала голову, потом руки потихоньку, значит, на спину сразу. Что там, что показало? Выше этих флагов участник на крутом участке наберет скорость. На линии этих флагов произойдет осечка времени. И на максимальной скорости будет финишировать. Это финиш. Вторая отсечка времени. Thank you.
смотрится. Все, соревнование завершается. Вешки, флаги собирают. Итоги будут подсчитывать позже. В заключение он зачитал приветствие съезду от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.